Здравствуйте, господа, поздравляю вас с наступающим или наступившим уже Новым годом. И хотел бы несколько пожеланий вам пожелать. Ага, значит, желаю, чтобы в Таркове и в целом по жизни у вас было, в рейдах было меньше откидов, как и подкидов, чтобы арена, как говорится, работала, и чтобы были и хедшоты, и хороший лут, и в жизни, и в Таркове. Вот, лутайтесь и там, и сям. Желаю всем всего-всего. Всем, как бы, кто может, чтобы он мог еще больше. Ну и, наверное, чтобы, наверное, какое-то желание, да, какая-то бредовая идея, типа, ввести в какую-то систему гречку, там, или лапшу завариваемую, или еще что-то такое, то есть, типа, вроде кота, чтобы вот такие вот, казалось бы, невозможные идеи, да, они реализовывались. Если кто-то ходил в баню с легким паром. Ага. И, наверное, серьезно стоит сказать о том, что телевизор все-таки удалось купить. Собрали половину из возможного. Спасибо за донаты. Это я говорю к этому именно. Спасибо за подписку на Boosty, конечно же. Ну вот. И много всего хорошего было. Полмиллиона просмотров. 2000 человек набрали. На стримах стало повеселее. Вы меня поддерживаете, я поддерживаю себя как могу. Ну и, наверное, в новом году будут новые интервью, новые подкасты. Да, подкаст не вышел до Нового года, но вы сами поймите. Работа, подработка, домашние дела и так далее. Ну, не вышло вовремя. Ну, выйдет. Выйдет. А что? Что мы теряем? Потом будет еще один подкаст. Сейчас вот контента набралось, сейчас будет много обратной реакции и так далее. Мы сможем что-то кому-то как-то подоказать, показать и так далее. Поменьше ссорьтесь в новом году. Если у кого-то какие-то вопросы, кому-то когда-то что-то там, всегда можно с этим человеком переговорить и все, а не выдумывать какие-то непонятные версии, расследования и так далее. То есть просто разговаривайте, и все у вас будет, все у вас получится. Ага, ага, ага. Ну и можно поставить елку в убежке, тоже будет атмосферно. Там, кстати, еще в Таркове снег пошел. Ну, короче, обо всем потом. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Это был Чувак Токарев. Не забывайте подписываться на Телеграм, там весело. И там более активно сейчас, например, какая-то новостная повестка идет, нежели на Ютубе и на Бусти. Ну, на Бусти, конечно, эксклюзивы. Да, 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 да. Не забывайте скамиться на меня, скамиться на кого-то другого. И, собственно говоря, приобретайте что-то новое. Вот я телевизор сегодня купил. Ну, вот. Жена кресло подарила. Вот такое. Ушла эпоха деревянного стула, да? Ушла эпоха деревянного стула. И вот теперь можно сидеть так вот, раскачиваться и, собственно говоря, вещать какие-то якобы умные вещи. Почему нет? Ну и, собственно говоря, наверное... Уже сколько, собственно говоря, я сказал? Наверное, все на этом. Будьте. И тогда, может быть, когда-нибудь что-то кому-то кто-то даст. Вот, или сбудется, или дадут, или вы купите. Неважно. С Новым годом!